Заседание под руководством главы региона Сергея Носова с представителями ведомственных учреждений провели в правительстве Магаданской области. 2021 начался с планов. В прошлом году Колыма показала отличные результаты по добыче золота. Несмотря на трудности с пандемией, под конец 2020-го желтого металла 105 горно-обогатительных предприятий выработали 55 тонн при ожидаемых 48. Рост налоговых доходов региона составил 27%. Такие показатели, по словам специалистов, были лишь в период Советского Союза. Первый рекорд зафиксирован на уровне 49 тонн. 55 тонн – это новый рекорд с разницей плюс 6 тонн. 55 тонн – это официальная цифра, которая идет в учет. Более того, значит, это также влияет или определяет, что такое 6 тонн. 6 тонн золота, значит, так и в пересчете золота, это все наши налоговые поступления, начиная от НДПИ и заканчивая налогом на прибыль. Да. Также подняли тему мусорных площадок в Магадане. На прошлом заседании глава региона Сергей Носов поручил найти пути решения устранения мусора вокруг баков. Новые контейнеры в город поступили, но за месяц заменили только 25% устаревших контейнерных баков. Проконтролировать ход работ муниципальных организаций и регионального оператора Сергей Носов поручил прокуратуре Магаданской области.